Добрый вечер всем. С тобой сегодня специальный гость. Берите, почувствуйте это вот, чувствуйте атмосферу любви. Это с тобой Дон Юхис. Скажи, Дон. Твоя карьера такая долгая. Сколько тебе лет? Это долго мне. В чем секрет? Ты был в Гималаях или как ты этого добился? Ешь что-то полезное или сельдерей? А можешь мне пивка дать? Да, конечно. Давай. Все, просто дай мне пиво, да. Я просто как бы ем и пью все типа. Я питаюсь здоровой едой. Здоровой как что? Здоровой как... Как жопа. Ты украл слова. С моего языка. Да ты как в раю, да? Сейчас, или как? Да, тут... Чувак, тут рай, а ты кто вообще знает, чё пишка? Видите? Мудрость от Дона Юхиса прямо сейчас. Да тащи свою жопу и живи нормально. Ну и вообще, Рождество. А как насчет подарка? Давайте спросим Дона... Чё это? Мы заслужили такой подарок. Как ответ. Где-нибудь особый опыт в твоей карьере? Ну, в общем, что-то приходит там в голову. Я там копил баблишко на какую-то бильярдную гитару и вот, знаешь... Да, работа Санта-Клаус это очень круто, но... Ну, я достаточно сильно устал от этого дерьма, потому что это просто адский труд, типа такого. Все это случилось в дождливом полночным полднем, когда я вернулся с Рудольфом, моим оленем. Тормози, скотина. Играет песня «Колокольчики звенят». Почти все разобрал с подарками. Тут посмотрим, что тут с письмами вообще. А, какой-то Бакс. Сумасшедший Бакс. Йоутс. Наталья и Михаил. Тут что-то вот интересно. Санта, нам нужны бобы, пожалуйста. Но только из Индии. Без всякого дерьма, пожалуйста. Есть только одно место, которое я знаю, и я могу доверять. Это этот... Вот так, как он там, кусок дерьма. Алло, это святая корова Incorporated, ингредиенты, подборка. Да? Ну, хорошо. Мне надо бы... Вот, немного бобов из Индии, пожалуйста. И пивка, вот, чтобы я потому что закончил свое последнее. Okay, давайте. Кто это там? Представьтесь, пожалуйста. Продукт Индия. Курри. Курри,
Бабы, да? А, это дерьмо, ты заходить тогда. Пожалуйста, хорош. Хороший продукт. Очень хороший продукт. Сюда корову. А, бабы, да, бабы. Очень хорошо. Где? Да, да. Ну, немножко монеток мы от вас вот, вот держи. Ну, большой, большой, большой спасибо. Ну, хороший мудак. Ну, пока. Я тебе себе гладу слегка бы ебалить тебе. Сейчас Петрип, что тут в этот письмеце. Хиппи трясут записями. Мисс Мира. Я левый бензоковый. Какого члена? Эй, парень. Паренек. Эй, чувак. Чувак. Эй, парень. Привет. Привет. Эй, привет. Ну, что тебе надо вообще? Эй, хо. Я шел тут, и вот... Ну, ты понимаешь, да, красивая пластиночка от Miss World. А вчера я... Маленький мальчик, 3 лет, Тиви Лис, Хельсизада, написал мне трогательное письмишко насчет вот «дай мне эту пластинку». Эту зеленую запись. Самая вообще крутая тема для моего Нового года. Я так рад, и все такое. Он бы открыл ее и увидел вот эту вот 10-дюймовую пластинку. Но, ты видишь, у меня вообще нет денег с собой. Вот ты проверь мои карманики. Да? Ты подумал, вот если у тебя, понимаешь, дух Рождества вообще вот в тебе есть еще белый такой дух. Я бы получил бесплатно, мистер. Мистер? Эй! Думаю, что нет. Ну и хорошо, тогда это сделаю по-своему. Видишь, чувак? Спасибо за отличное обслуживание клиентов. Веселого Рождества, и я пошел. Вот дерьмо! Я пошел в Алису! 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 Вот твою мать, нахуй! Чувак, Дон Юхис, я хочу сказать, что твои истории меня всегда впечатляют. Они такие... Такие, как бы, самобытные и все такое. Ничего из готовых ответов и вопросов. Все такое натуральное. У тебя должны быть какие-то пожелания нашим... Нашим мадафакерам. Нашим братьям меньшим. Извини. Ты так долго живешь, у тебя такая здоровая жизнь, полная любви, понимания и заботы. Поэтому я всегда впечатлен этим дерьмом. Вот как тебе это все удается? Но, я думаю, вам есть секреты, которые следует держать секретами, вот, не раскрывать. А пусть каждый сам задаст вопросом и выяснит для себя эту истину. Пусть я уже заткнусь, и ты что-нибудь скажешь нашим собакам войны. Запомните, мир, любовь,
и глубида, всякая вот эта вот штука, ну, знаете, вот эта вот радуга, там цвета красивые, еда, все это дерьмо. Просто будьте тем, чем чаще. Я тут... Все хотите, будьте вот... Вы слышали? И оставайтесь без проблем. А каких проблем? Ну, более вероятно, быть журналистом — это проблема. Спасибо за то, что просмотрели рождественский выпуск фильма от Донни Юхиси от компании rockdog.com. Подписывайтесь на наш канал и читайте наш замечательный журнал. Увидимся в Индии.